Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу пошуковців, які встановлюють історичну правду. У нас в гостях Андрій Бішко. Андрій Бішко – керівник громадської організації «Пошук Дніпро». Освіта – Запорізький державний технічний університет. За фахом – інженер. Одружений, виховує сина. Хобі – історія. Андрій, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати нашу розмову з такої більш теоретичної, можливо, частини. От якщо загалу так нашим людям відомо, хто такі археологи, то слово «пошуковець», можливо, менша кількість людей знає. Тобто, от в контексті вашої роботи. Що таке пошуковець, хто ці люди, чим займаються? Ну, слово «поисковик» само, воно многогранне. Поиском можуть займатися люди, которые по зову сердца, на личном энтузиазме, расходуя свое личное время, ищут пробелы в истории, ищут потерянных людей. Конкретно это поисковики, которые занимаются историей Второй мировой войны, вот, и которые устанавливают исторические факты, факты на практике, факты, изучив архивные материалы. Вот, и все это связано с поиском именно судеб людей, солдат, пропавших без вести, не вернувшихся с полей битв. В поиск можно так обобщить, включить. Поиск заключается в том, чтобы, выйдя на места сражений, при этом применяя разную, ну, сопутствующую аппаратуру, вот, достичь результата. Да, металлоискатели. Вот, достичь результата в том, чтобы обнаружить погибшего воина. Конкретная задача нашей, например, организации состоит в том, что мы работаем по территории Украины, Днепропетровской области, и цель наша – это поиск погибших в военных конфликтах на территории Украины. Это довольно-таки широкий спектр работ, начиная от изучения архивных материалов и заканчивая практической работой, то есть изучая архивные материалы, сопоставляя факты, потом уже, как говорится, практические работы, то есть изучение бывших мест боев, инженерных сооружений, которые, допустим, имеют визуальные знаки, не имеют визуальных видов, то есть, ну, и потом уже в конечном результате это поиски обнаружения солдат. Это профессиональная эксгумация, это профессиональное исследование подъемного материала, который с ним находится, и это дальнейшие уже серьезные вопросы идут по установлению, идентификации личности. Ну, я думаю, трохи пізніше ми на практиці поговоримо, що це таке, про що йдеться. Але от чи вірно я розумію, виходячи з ваших слів, що великої різниці, от скажімо, між вами і науковцями, археологами немає. Але ви займаєтесь от конкретно якоюсь темою і досліджуєте власне те, що у нас відбувалось на території нашої області, саме в контексті військових конфліктів. Да, діло в тому, що різниця при проведенні роботи археологів состоять зовсім другі задачі. Ісследуючи пласти історії, они проводят работы именно досконально, как говорится, в одном формате, то есть изучая курган или, допустим, какой-то другой объект там, памятки культуры, вот, совершенно другой подход, то есть там идет наслоение тысячелетней, допустим, там, ну, давности. Мы же изучаем пласт короткой истории, то есть получается время Великой Отечественной войны, то есть вот эти вот время, когда на нашей территории шли ожесточенные бои, то есть это миф. Ну, зараз так уже не принято в историографии называть, да, больше Друга світова війна. Да, ну, да, але, да, тем не менее, да, мы все понимаем, про что йдеться, 41-45 годы. Да, именно тот короткий пласт, который задел наш, допустим, на территории Днепропетровской области, это миф, где то же самое, взорвался самолет, взорвался танк, погиб солдат, то есть это время застыло на ту секунду и пошло дальше. Вот именно в этом нам и приходится работать.
Тобто це не якась історія така, от, що називається, загальна, да? Тобто як це розвивалося тисячоліття, а історія конкретного факту, конкретного бою, конкретної загибелі тієї чи іншої людини. Да, іменно чому здесь йде, що первоначально йде архівне исследование, в дальнейшем йде продовження практичних робот, виїжджає вже на місце проведення цих робот, ми вже визуально и ощущаем и видим в проведении раскопок, что как это произошло на самом деле. То есть идет фаза изучения до определенного момента, потом она переходит в фазу практического изучения и конечных аналитических выводов. И вот тогда это законченным этапом является. И вот именно вот этот процесс изучения в практике, вот это он более скрупулезный, он более серьезен, он уже больше именно, ну, требует больше так, внимания, потому что теория – теория, практика – есть практика. Так, ну, власне, періодом Другої світової війни у нас так у суспільстві досить багато хто цікавиться. Ну, і ми бачимо, от щойно були у нас і травневі свята, що це визиває досі такі досить жваві дискусії, в тому числі і політичні. Я до чого веду? Просто от люди говорять, це їм, можливо, цікаво також щось віднайти, піти, щось покопати і таке інше. Але ви займаєтесь цим професійно. От, тобто не кожна людина, яка навіть цікавиться, може піти і щось почати копати. Що потрібно почати, що потрібно отримати, яку документацію для початку, власне, робіт на професійному рівні? Наскільки це складно, це відкріпні листи, це що? Ну, отримати бумаги в даному випадку теж зараз не так просто. Чтобы взять, как говорится, получить разрешение Министерства культуры, которое мы получаем ежегодно на проведение таких работ, и начать заниматься поисковой деятельностью. Во-первых, нужна практика. Очень многие люди сталкиваются с тем, что вот я могу тоже это сделать, когда дело доходит до дела, вот тогда и начинаются, ну, знаете, моменты, в которых человек начинает теряться, думать, что это уже не его. То есть, ну, знаете как, мы же тоже, получается, до формирования именно определенной документации занимались в 90-х годах, в 2000-х годах занимались как бы без каких-либо разрешительных документов, то есть на своем энтузиазме, то есть взаимодействие с военкоматами, с сельсоветами больше. Вот. И люди, допустим, которые что приходили, вот я вот сейчас возьму, вот я буду сейчас тоже вместе. Когда он в результате работ видит останки, очень много таких было, которых, ребят, извините, но это не мое, я больше, ну, как бы, вот так. То есть... Тобто, спочатку такий романтичний настрой. Романтика, коли... романтика да. уходит сразу же, когда ты соприкасаешься уже с сакральными вещами, то есть именно с останками солдат. Вот, очень много. Ну, в большинстве случаев есть люди другой категории, которых не останавливают ни фрагменты разбившейся техники, ни останки солдат, которые занимаются черным... Чорна археологія, яка розрушає. Ми про це також поговоримо. Теж в процесі. Тобто, я би сказав, що це непростой. Непростой – це взяти документи, оформити, вийти і почати працювати. Нужно знати, куди йти працювати. Нужно знати методику проведення цих робот. Работу с останками непосредственно. Например, наши ребята, специалисты, которые в организации неоднократно уже проходили методические семестры у Красного Креста, как необходимо взаимодействовать с органами самоуправления, с государственными структурами, как необходимо вести себя на месте обнаружения погибшего в военном конфликте. То есть есть уже какие-то профессиональные наработки, то есть какой-то алгоритм работы, есть какие-то свои правила. И человек, допустим, который не знает, например, этих правил, он может больше повредить здесь, чем сделать какого-то больше добра. То есть недосконально изучить сопутствующий материал, который находится при останках. Выступать в такой самодеятельности, как, например, при обнаружении каких-то бумажных фрагментов, при обнаруженных останках, значит, самостоятельно проводить, допустим, их развертывание, какие-то анализы, то есть фотофиксацию, то есть поведение с подъемным материалом должно тоже именно быть в процессе выработан алгоритм. То есть этим должны заниматься профессиональные организации. Например, как мы всегда взаимодействуем с Днепропетровским криминалистическим центром
по обработке таких вот материалов. До речі, от з якими саме науковими організаціями, можливо, іншими, ви взаємодієте? Оскільки я так розумію, що ви, в тому числі згадавши, що отримуєте відповідну документацію від профільного міністерства, тобто ви російською мовою самодіяльністю не займаєтесь? Ні, самодіяльність вже залишилася в прошлом. Діло в тому, що, да, складніше тобто всього... Тобто з ким? От з ким, да? Да, сложнее всего работать с разрешительными документами, потому что это все-таки сроки, это написание отчета в конце, это подготовка программ, это обоснование того, что ты можешь выйти на эти работы, ты что можешь этим заниматься. То есть без документов, без определенных каких-то правил, мне кажется, что этим, ну, даже не стоит и заниматься вообще. Угу. Потому что каждый за собой, допустим, ведет какие-то последовательные действия. Например, при том, чтобы выйти на работу, нужно получить. Сначала нужно написать программы. Эти программы должны утвердить в областном отделе культуры. Потом эти программы должны будут утвержденными отправиться на Министерство культуры. Там должны их рассмотреть, тебе выдать разрешение на работы. Потом эти разрешения на работы должны здесь утвердить. И потом с этими разрешениями на работы мы еще должны именно провести работы сейчас уже в территориальных громадах, чтобы разрешили работы на их территории. Вот. То есть это процесс такого оформления. Но что он за собой дает? Он дает то, что когда ты с людьми начинаешь работать с руководством территориальных громад, это дает основание, что с их разрешения, что на их территорию заходят люди официально, что останки, которые будут найдены в процессе работ, они имеют свое происхождение, то есть где они взялись и куда они будут похоронены. Угу. То есть именно вот этот вот пробел. А вот это самодеятельность, что я выполнил хороший долг, выскочил на поле, выкопал, нашел солдата, и вот я его вам в мешке отдал, это уже, мы стараемся от этого дела всего уходить. Угу. То есть такие все эти варианты, ну знаете как, дармовой вот такой вот, дармовая помощь, которая наоборот наносит вред, мы от нее, в большинстве случаев это прискорбно, но мы стараемся от нее просто-напросто отказывать. Мы же не знаем, откуда происхождение этих останков в мешке, что они есть. Ну и отправляем этих людей прямиком в полицию, как это положено по законодательству. Ну, це, я думаю, стосується не лише останків, оскільки, в принципі, будь-який речовий предмет, да, який має певну історичну чи археологічну цінність, цінний не стільки сам по собі, скільки в контексті, власне, того, де він знайдений. Звісно, звісно, це ж є сопутствуючі матеріали, в більшості случаїв це ідентифікатори, тому що... Если при останках найдена какая-то группа вещей, вот она описывается, по ней анализируются очень многие моменты. Так же самое, как классифицировать можно по найденным вещам. Солдат когда погиб? В период 41-го года или же в период 43-го года, что намного упрощает идентификацию в дальнейшем. Это обязательно указывается, потому что наши специалисты, ребята, они разбираются очень сильно в фурнитуре, как и что, до чего, откуда, в каком году оно было произведено, допустим, ну, всякую вот эту мелочь. Для людей, которые опять же вернемся к тому, что кричат «я нашел останки, я вот молодец», это абсолютно никакой роли не играет. А там в той же самой гильзе, при нем расположенной, допустим, в районе там кармана или нагрудного кармана или кармана, допустим, галифе, может лежать гильза. И он может не заметить, что она, допустим, замкнута кусочком карандаша, в ней может находиться бумага. А это все мелочи, на которые обращают внимание специалисты. Так, Андрій, щоб цей блок так підсумувати, власне, якщо загально говорити, держава все-таки у вашій роботі, вона більше допомагає чи більше заважає? Чи присутній той і інший елемент? Держава допомагає, ну, государство нам помогает. Ну, я маю на увазі державні структури. Да, да, да. Государственные структуры нам, так сказать, помогают в получении дозвольных документов. Вот. Мы очень сильно и плотно работаем с областной администрацией, державной администрацией нашей Днепропетровской, потом с областным отделом культуры. Вот. И непосредственно работаем с Днепропетровским областным центром охраны историко-культурных ценностей, потому что наша тесная взаимосвязь именно и есть в том, что результаты наших работ, а так как они орган, который контролирует, очень сильно помогают в направлении в нашем,
так же самое, начиная от подтверждения до, ну, разрешительных документов, и так же самое потом с разрешением, на каком из памятников братских могил, куда захоранивать будут останки. То есть я считаю, что больше случаев нам помогают. Угу. Так, і ви торкнулись, до речі, питання чорних археологів. Ну, самі, до речі, науковці, самі професійні археологи дуже не люблять цей термін. Вони більше так схильні називати таких людей грабіжниками. От наскільки часто ви стикаєтеся з ними, і от з вашої точки зору, як з ними слід боротися, слід поступати? Ну, смотрите, живым примером есть такие вот мы в 2009 году начали более плотно работать в районе, в Верхнеднепровском районе. Значит, до этого там практически на протяжении очень многих лет велись несанкционированные работы. Я могу сказать языком таким, что грабили солдатские могилы, при этом в худшем случае, что колошмаченные, перерезанные кости и останки солдат обратно сбрасывались в яму, при этом оттуда изымался весь подъемный материал, фрагменты вооружения, амуниция. Все это дело уходило, потому что в некоторых случаях, когда мы вскрывали такие потом могилы, видно было следы их присутствия там. А в других случаях, ну, я считаю, в таких более мягких, останки солдат находились в пакетах, в посадках ближайших, так же само в воронках прикопанных, то есть, ну, или как, или временно, или, можно так сказать, что люди, которые их туда выносили, делали какой-то жест такого благородства, что вот-вот, видите, мы их с поля достали и туда вот поклали. То есть, так с таким мы присутствовали. И вот присутствовали такие моменты, мы с этим пытались бороться, вместе с правоохранительными органами, бороться так же само с фермерами, арендаторами земель. Мы как-то немножко выровняли эту ситуацию, и вот, например, в районе, в приоритетном нашем районе, в Верхнеднепровском, там эта ситуация немножко поутихла. Ну, возможно, это связано с какими-то сейчас более такими тяжелыми финансовыми вопросами, но все равно такие случаи, ну, случаются постоянно. И вот так же самое, как и у археологов, когда ребята исследуют, допустим, какую-то памятку культуры, там, курган, или видят там именно грабленные места, такими же самыми встречаемся и мы. То есть, когда нарушен их пласт истории, и так же самое здесь нарушен наш пласт истории. Но здесь именно разграбление солдатских могил с таким бывает нарушением костных останков, что практически неможливо идентифицировать. Абсолютно. Угу. Так, ну и Андрію, а до речі, що цікавить, ну, зрозуміло, якщо брати загалом всіх грабіжників, да, більше, це чисто метал, який можна знайти, чи ордени якісь от речові останки, які, рештки, точніше, не останки людей, да, от ордени, таке інше, що можна потім на чорному ринку десь продати. Сейчас немножко такая вот охота за артефактами военными, она немножко приутихла, потому что сейчас как-то больше уже пошло охота за артефактами более древними, то есть монеты, какие-то там скифские там украшения, какие-то там фрагменты, какие-то амуниции старых или на больше времен, но при этом люди, которые выходят чисто за этим как хобби, практически постоянно сталкиваются с войной. Сталкиваются с войной, с обнаружением таким. Одни на это закрывают глаза, идут дальше. Одни не цураются и ныряют, как говорится, в яму. Обмародерили все, забрали все, что можно было. Оставили там останки. Ну а есть и категория третьих людей, которые, наткнувшись на останки, это есть уже практика, эту практику мы, так сказать, поощряем очень сильно, сообщают нам, и мы выезжаем на место и видим, что люди действительно в результате какого-то маленького раскопа он увидел, что там останки, и дальше туда не полез. То есть мы в некоторых случаях подбирали солдатиков именно в полной амуниции. Так, ну, власне, перейдемо до конкретних історій, да, от, з вашої безпосередньої діяльності. Зокрема, от, днями по всіх ЗМІ, по багатьох, точніше, ЗМІ пролунала така інформація, ми в тому числі публікували, що поблизу Дніпра під Іларіонова, власне, знайдені рештки радянського винищувача. Власне, вивели розкопки. Як ви взагалі дізналися про те, що там от, було збито радянський винищувач? Це 1943 рік, якщо не помиляюся. Ну, вообще история сама по себе длинная. Мы в районе Ларионова, это в районе Иларионовской громады, получается, Синельниковский район, мы проводим поиски, мы ищем сбитый третий экипаж штурмовика Ил-2. В 2019 году, в 2017 и 2019 году у нас были экспедиции, мы нашли два борта,
установили личности пилотов. В 2020 году, в сентябре месяце, мы провели захоронение, их похоронили в селе Кислянка. Вот, среди них было два украинских наших офицера-пилота, вот, родственников нашли. И искали третий экипаж, то есть который погиб. И у нас уже разрешительные документы на этот район были. И сейчас, как говорится, работает информативный блок, мы собираем информацию от местных, любая зацепочка, что может быть там где-то упал или там где-то упал. И здесь получается, что, ну, знаете, как откуда ни возьмись, звонят к нам ребята, наши местные днепропетровские, тоже абсолютно безобидные. Металлодетектор, пройтись просто по старому хутору, по какому-то, найти какую-то монетку. Вот. И как раз здесь же и сыграла именно нормальность людей, что нашли фрагмент, похожий, это они как говорили, похожий на фрагмент вроде бы как от самолета. Они вышли на нас, сообщили место, мы очень хорошо пообщались, они без всяких поощрений, вообще без ничего, указали нам место. Отдали фрагменты, которые они нашли. То есть у нас была такая встреча, мы рассказали. Но ребята прониклись вопросом, что, говорит, ну, может быть, там что-то, говорит, нужно, чтобы это изучили место профессионала. И вот мы, получается, не планировали этот выезд туда абсолютно никак. И с ребятами сели, посовещались и поставили его, можно так сказать, как в аварийную, в то есть самым первым, потому что у нас есть еще впереди сейчас работа на нескольких объектах. Вот, это и в районе Подгородного, и в районе города самого. И, ну, есть что делать. Работы очень много, работы очень масса. И тут мы вставили его после пасхальных праздников и именно решили отработать. Ну и оно, по большому счету, дало свои результаты, потому что мы вышли туда на место, стали экспедицией, провели работы, при этом вытянули множественные фрагменты разбитого двигателя, множественные фрагменты корпуса самолета, там обшивки были, фанерных кусков, то есть идентифицировали его как наш истребитель. Ну и самое такое, ну, не то чтобы, но нашли фрагменты летчика, фрагменты его амуниции, вот, собрали все это в одно, как говорится, в одно место, вот, и вот оно сейчас будет на дальнейшее исследование проходить. На яме мы отработали, самолет практически зашел до 4 метров туда вниз. Ну, там, до речи, от публікувалося в вашій групі у Фейсбуці, да? Це фотографія, от стара фотографія, яка публікувалась, це реальна фотографія, аутентична, там, де він от саме в землю так занурений? Це фотографія не цього самоліта, це приблизно таке місце падіння, але цей самоліт, який ми виставили на фотографії, щоб людям було понятніше, як відбувається, допустим, той же самий удар в землю, або заглублення якесь, а на самом деле цей самоліт... Візуалізація, звичайно. На самом деле этот самолет, он, скорее всего, что падал с очень большой высоты. Падал неуправляемым и практически под углом 70 градусов врезался в землю. То есть удар был, ну, страшно. Это сказать страшно, это сказать ничего. То есть фрагменты там разлетелись на мелкі куски. Так, ну, власне, Андрію, це ситуація з пошуками, з гороскопками, а от цікава історія, щоб історія як конкретна, да, от, щоб вона ожила, що це був за бій, коли він відбувався? Это именно по этому истребителю? Так, так, так. Если мы говорим о эти раскопки. Ну, смотрите, это был бой под Илларионово, получается, воздушный бой. Там ситуация какая была. В 43-м году немецкие войска, они отходили с левобережья, получается, на правый берег переправлялись и уходили в район переправы железнодорожного моста. То есть вот это вот... Группировка вся, она скапливалась в районе Илларионова со всех дорог и переправлялась на правый берег. Ну, ясное дело, что по такой группировке, чтобы меньше войск ушло, наносились авиационные удары, очень сильные. Вот, и поэтому авиация 17-й воздушной армии была задействована как раз именно на районной переправы. Там штурмовики наши Ил-2 работали практически каждый день. Вылетали, бомбили. И для прикрытия этих штурмовиков использовались вот эти истребительные эскадрильи. И роли их не было, чтобы на себя оттянуть истребители противника, связать их боем, а штурмовики, чтобы отбомбились. У нас есть предположение временное, что этот самолет погиб в районе 15-го,
от 15 до 30 сентября. Вот именно в этом промежутке 43-го года, потому что наши все усилия будут сначала на поиск, именно архивный поиск, именно в этом промежутке. Ну а потом, если он не даст результатов, будем уже расширять дальше. Так, и Андрій, у нас уже час так потроху завершується. У найближчому майбутньому, ну якщо говорити, скажімо, про 2021 рік, де плануєте працювати, що будете шукати? Значит, что касается на территории города, на территории нашего города, на территории Днепра. Города Днепр, так, у нас запланированы работы в Амур-Нижнепровском районе. Вот. Что касается Днепровского района, то у нас в районе... Что за работы? В Амур-Нижнепровском районе очень хитрая ситуация. Значит, там мы сейчас делаем такой вот подход методический, который с 2017 года нам наработан в районе Подгороднего. Там на территории огородов, на территории прилегающих полей, распашек к жилым домам были брошены и не установленные могилы солдат, похороненных в 1941-1943 году. И вот там руководство к нам обратилось, чтобы мы занялись поиском и переносом этих могил. И вот с 2017 года мы эти работы начали, и вот до сих пор у нас мы остановиться не можем, потому что до сих пор находим. И очень сильно играет людской фактор. Мы зацепили заодно, и тут же люди к нам идут, звонят. Ребята, у меня на огороде тоже было, нужно исследовать, и реестр пополняется. И вот сейчас такая же самая ситуация на территории Амур-Нижнепровского района. Приватный сектор, я так понимаю. Да, приватный сектор, и получается, там выход на поля тоже имеет очень сильно большой интерес, потому что все-таки бои 41-43 года там очень сильно имели место быть. И профессиональных поисковых работ там за это время, я не слышал, что там кто-то так проводил. Так, а по области? По области мы будем работать в Синельниковском районе, будем работать в Никопольском районе, будем работать в Каменском районе и в Днепровском районе. То есть работы масса. Еще есть несколько объектов по упавшим самолетам, есть объекты по потерянным солдатам, по могилам. Ну и, конечно же, ребята, которые лежат в полях, которые поднялись в атаку и до сих пор из нее не пришли. Угу. Так, а власне, якщо літаки, це який район, вот, де ви будете шукати? Це радянський чи нацистський? Скорее всего, що поки ми склоняємося по разведывательным данным и потом подъемного материала, который у нас есть, это советские самолеты, есть бомбардировщики, есть истребители, то есть 4-5 объектов мы сейчас на данный момент имеем по районам. Угу. Так, и стосовно еще такой темы, на сам кінець не можно торкнутись, как эксгумация, власне, залишків солдат. Я так розумію, что это и немецкий, и радянский, да? Как она відбувається, как відбувається перепоховання? Эксгумация проходит, эксгумация это вообще, так сказать, отдельная тема. Только буквально у нас одна полынка лишается. Эксгумацией занимаемся профессионально, потому что, я уже хочу повториться, у нас ребята проходили специальные курсы, учились этому делу, то есть имеет свой формат, имеет свое документальное заполнение. С останками работает вместе с нами антрополог. Вот, так же самое мы устанавливаем предварительно хочу заметить, сказать, что именно причину гибели солдата. Вот. И захоронение потом проходит, когда оформлены все документы, захоронение проходит на близлежащем братском захоронении того района, где мы проводим работы. Андрій, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувались з Андрієм Пішко. На все добре.